потому что в ней много интересного. Моя любимая история про Ноя. Здесь даже ковчег есть. Я нажимаю пальцем на какое-нибудь животное, и оно либо двигается, либо что-нибудь говорит. Например, лев, львица. Я насобирала звездочек 35. Я читала истории из Библии Еве раньше, она была знакома с Библией, и в церкви она слышала различные истории. Но как-то это все было для нее просто историями. Когда мы скачали приложение «Библия для детей», я стала видеть, что она по-настоящему живет этими историями. Они для нее стали реальными, она стала принимать истины, которые она там увидела в жизни. Мама тоже очень любит детскую Библию, но я об этом никому не расскажу.